«Жить значит вспоминать». С этих слов начинает презентацию своей книги Светлана Константиновна Таланова. Коренной житель Ивантеевки, педагог, труженик тыла. С городом она связана вот уже более 80 лет. В 5-летнем возрасте с родителями переехала сюда из Можайска. Расстаться с Ивантеевкой так и не смогла. Сборник очерков «Память сердца» – это яркие воспоминания о городе, желание на бумаге сохранить информацию о событиях, исторических фактах и, конечно, о людях. Она мне помогает вспомнить всех. Я всех почти поименно помню. Очень хорошо помню начало войны. Как будто было это вчера. Щенковка, пионерский лагерь. 22 июня тревожный звук горна рано поднял нас всех на линейку. Выставившись на линейке, перед нами выступил начальник лагеря, митинг был. Он заявил, что фашистская Германия напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война. Светлана Константиновна отлично помнит, как оглушительно звучали из репродуктора голоса Сталина и Молотова, сообщившие о начале войны. Как спустя несколько дней после этого в лагерь потянулись старшие братья и отцы. Перед уходом в районный военкомат они пришли прощаться с детьми. Все события она трепетно описывает в своей книге. И мы стояли на высоком берегу Чи, махали им руками, прощаясь. И никто из нас не понимал, что многие прощаются с ними навсегда. Издать книгу малым тиражом, а это всего 10 экземпляров, Светлане Константиновне помог ее бывший ученик, тоже житель Ивантеевки, выпускник второй школы Валерий Кочетков. «Память сердца» – это более 60 очерков, заботливо написанных и опубликованных в течение 20 лет в городской газете «Пульс Ивантеевки». Первую статью я написал только в 99 году. И встретил меня с этой статьей Михаил Владимирович Рощин, корреспондент газеты, который разведывал отделом краеведения. Он был первым моим учителем. Он меня научил писать. Он меня. Учителем был очень мудрым. С черно-белых фотографий на нас внимательно смотрят те, кого уже нет рядом. Но память о них живет в этих рассказах и очерках. Очерках об Ивантеевке в годы войны и после, о школах, больнице, о врачах, учителях и простых жителях города. В канун дня рождения Ивантеевки Светлана Таланова дарит сборник «Память сердца» городской библиотеке, чтобы все, кому не безразлична история родного города, могли узнать о ней из первых уст. Юлия Постриганева, Антон Рябов, Мария Барсукова. Новости Большого округа.